привет. Ну что, я так проанализировал, что я за полгода жизни здесь, и вот съемки моих перемещений, моей работы на доставке еды в Дордаше, цикл завершился, я показал вам весь Сиэтл. Опять же, повторюсь, Сиэтл не как маленький, как город маленький, сам Сиэтл, а как конгломерат. Грубо говоря, от Эверетта до Такомы. Север Эверетт, юг Такома. Я надеюсь, в скором будущем у нас откроются новые зоны. Моя жизнь мне напоминает игру в GTA. Когда ты начинаешь, это одна зона, потом другая открывается, третья. И вот так я перемещался в свое время по Европе. А теперь, надеюсь, буду так перемещаться по Соединенным Штатам Америки. Новая веха началась я в процессе получения коммерческой лицензии водителя. Commercial Driver License, CDL. Для того, чтобы пересесть на грузовик и косить бабло на грузовике. Все этапы, конечно, я буду демонстрировать в видео. Конечно, есть масса уже блогеров, которые это все освещали, но я это буду делать про себя и по-своему. И, возможно, кому-то подойдет именно такая подача информации, как это у меня, как я могу судить уже по предыдущим моим годам блогерской деятельности. Многие люди по моим видео освоили профессию и работают, о чем мне множественно свидетельствуют в комментариях, чему я очень рад. Надеюсь, и с этим я тоже кому-нибудь да помогу. С абсолютно с нуля, никакого опыта работы в дальнобое по США у меня нет. Если вы вдруг попали на вот на это видео случайно и не знаете, кто я такой и о чем я говорю, я проработал дальнобои по Евросоюзу более 6 лет. И на моем канале, если вы вниз спуститесь, перейдя на мой канал и спуститесь на первое видео, вы увидите, что там масса видео, посвященных работе дальнобоем по Евросоюзу. Различные тематики, разные страны, много всего интересного. Ну а теперь мне предстоит такой путь пройти в США. В одном из видео я уже объяснял, почему я не хочу начинать работать дальнобоем, говоря европейским языком, на бусе, тоннажом до 3,5 тонн. Потому что здесь это немножко все по-другому. Есть видео на моем канале, можете ознакомиться. И как я уже ранее говорил в других видео о своих намерениях и планах, цель у меня есть попробовать устроиться, когда я получу CDL, локально. То есть каждый день возвращаться домой. Потому что не сильно я хочу опять это кочевой образ жизни вести. Это перестраивается все в таком случае. В этом нет ничего такого уж плохого. Не всем, конечно, такая работа подходит. В моем случае мне это подходит по той причине, что мы уже с женой довольно взрослые, дети наши взрослые. И поэтому, как говорят многие водители, у которых молодые семьи, что они не видят своих детей месяцами, годами, дети вырастают без участия родителей, ну, без участия отца, то в моем случае это не проблема. На наши крепкие семейные узы разлука в трассе никак не может повлиять в негативном плане. В позитивном влияет, потому что, проработав 6 лет в Европе, возвращаясь домой, шел ребенок и врезался мне в машину. Куда они смотрят? Не в себе немножко, но это так, лирическое отступление. Такую мысль вам скажу: если у вас нормальные супружеские отношения, нормальные, здоровые, в любви, взаимопонимании, ну, когда двое становятся одним целым, то разлука работы дальнобоя этого не повредит. А если плохие отношения, то и без частых отъездов на долгое время это тоже не поможет. То есть это в начальной стадии, когда семья только вот только поженились, там только вот поженились, родился ребенок, и уехать, конечно, это сложновато. Вы еще не притерлись, еще не, ну, вы еще не срослись, как организм. А в моем случае, в общем, мне такая работа подходит, с одной стороны. То есть долгие поездки там на 3 недели, на 4 недели. Но с другой стороны, я не хочу так уже работать, хочу быть дома. Не просто, чтобы мне вот надо быть дома, а потому что у меня, кроме того, чтобы быть дома, у меня есть еще другие занятия в Сиэтле. Моя музыкальная деятельность, мое служение в церкви, тоже такой весомый фактор, что я не хочу этого прерывать. Я уже так пожил 6 лет, серьезный срок. Нет ничего постояннее, чем что-то временное. Думал, поработаю временно, а так вот 6 лет поработал и, наверное, дальше бы работал, хотя была перспектива перейти на работу экспедитора. Ну, выбрал США.
Так что будем посмотреть. Такой вот легкий анонс. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Я буду отвечать на все, кроме хамства, агрессии и невежества.